Всем привет, друзья! Вы на канале Фартовый коллекционер. И в этом видео покажу вам 50 копеек 1996 года, которые стоят больше 4000 гривен. Как вы видите, сейчас на сайте Виолити эта монетка была продана. Она была продана за 4571 гривну. Я вам скажу, что это не очень дорого для этой монеты. И давайте разберемся, почему такая цена у данного экземпляра. Я покажу вам его лично, потому что монета у меня в коллекции была. Как вы видите, выглядит как латунь, но на самом деле это магнитная заготовка использовалась этой монеты. В основном они не примагничиваются 96 года, а это является магнитной. И мы перевернем аверс, видим, что данная монета была пробной, и на ней с обоих сторон находится аверс. Это можно правильно показать, когда вы вставляете на продажу через вот такую фотографию в зеркале. Именно так легко посмотреть, и, конечно, более детальные фото показывают, что это там никакая не вставка, не созданная монета, знаете, какими-то умельцами, тем более вес обязательно указывается в комментариях или в дополнительных фото. Ссылочку я добавлю в описании. Да, такие монеты делались на Луганском станкостроительном заводе для того, чтобы оттестировать, посмотреть, как будет выглядеть монетка на заготовке не родной заготовки, на магнитной заготовке, чтобы удешевить производство, чтобы не делать на латунных заготовках эту монету. И подобные монеты попадаются на сайте Виолити, и просто коллекционеры встречают. Да, видите, они визуально, она полностью похожа на монетку, это полностью тот же штамп 96 года, но единственное отличие — это у нас в заготовке, и это в том, что это пробные аверс. Цена от 4000 гривен и пошли до 10 тысяч. Спокойно такая монетка может стоить. Если понравился видеоролик, поделись им и поставь лайк. Всем пока, друзья!